Бога связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь великий гений. Блогер, стример или регуляр юзер? Самый обычный пользователь Netflix. Понятно. А откуда, если не секрет? Я из города Винницы. Понятно. А вы? Меня Олег зовут. Город Торонто. У вас есть вопросы какие-нибудь интересные? Торонто. Вторая родина украинца. С чего вы взяли? Ну как, Канада. Ну, Канада. Вы знаете, я вам дам информацию. Можете блеснуть интеллектом среди своих единодумцев. Торонто, вернее, места сосредоточения вашего предела. В Канаде действительно много украинцев, то есть вашего этноса, но Торонто отнюдь не место сосредоточения. Основные города сосредоточения вашей диаспоры — это Эдмонтон и Виннипег. Если в процентах, там ваших действительно довольно много. За 20%. А в Торонто меньше, чем русских. То есть Торонто... Ну, просто Торонто самый большой город. И действительно, если брать в абсолютном значении, да, тут вашего украинского континента больше, чем в Виннипеге отдельно, и больше, чем в Эдмонтоне. Но все-таки вот эти города, Виннипег и Эдмонтон, в процентном отношении в разы, раз в пять превышает в процентах украинцев, чем в Торонто. На будущее вам информация. У вас есть гражданство Канады? Есть. Примите огромную благодарность от народа Украины за вашу помощь. Спасибо. Ну, я на полном серьезе. Не, ну она не такая уж поддержка, просто вам отдают то вооружение, которое скоро должно быть списано, но тем не менее. Угу. Тем не менее, пожалуйста. Ну, для нас это много значит, на самом деле. Я понимаю, что это время каждого налогоплательщика. Ну, понятно. Ну, и ваше в том числе, сколько я понимаю. Понятно. Но дело в том, что я вам тоже дам информацию, тоже можете блеснуть интеллектом. Значит, вот налогоплательщик и гражданин, он не вполне соответствует. То есть вы налоги не платите? Нет, я плачу, но просто вы должны благодарить налоговых резидентов Канады, а не граждан Канады. Гражданин Канады может жить где-нибудь в Мексике, может быть, модно в Коста-Рику уезжать. То есть, мы сейчас уходим в риторику, я думаю, вы понимаете. Я понял мысль, что большинство это перекрещивается на 90%, я согласен. Но просто вот грамотно, у вас такое образование, если не секрет. А свита какая? Нет, ну я понимаю, я вижу по лицу, что выше. По специальности, кто вы по образованию? Менеджмент. То есть по образованию менеджмент и работаете менеджмент? Можно и так сказать. Вот. Я просто говорю, что. Когда касается налогов, тут важен, тут это термин касательно физлица — налоговый резидент. Он может, он может быть как гражданином Канады, так и быть, ну, ПМЖ иметь, короче, да, он все равно также налоги платит, как гражданин. А гражданин Канады, который не проживает в Канаде, он налоги не платит. Вот. Это вам на будущее тоже информация. Как менеджер... Вы же сказали, что вы из Торонто. Да, да. Нет, я делаю выводы. Нет, я понял. Я просто... Вы, вижу, грамотный человек. Я вам другому не говорил, потому что он не поймет. А вы вполне можете понимать, что благодарность нужно выражать не гражданину Канады, а налоговому резиденту Канады. Вот то, что вы выражали. Ну, я понял вас. Ладно, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне? Ну хорошо. А как вы думаете, чем закончится? Ну, конечно, вопрос некорректный. Вы не можете по-иному думать, чем ваша, так сказать, официальная точка зрения, тем более в таких условиях, не очень демократических, да, как которые в Украине существуют. Я даже не хочу вас подставлять. Нет, ну вы мне скажете, что Украина там победит, вернет свои все территории, включая Крым, как вот все ваши говорят. Я понимаю, что некоторые в это не верят, но они обязаны так говорить, поскольку, так сказать, иначе стрёмно сейчас в Украине говорить иное. Знаете, я ничем никому не обязан, кроме моих родителей. Ну, я согласен с вами. На всякий случай. Хорошо, по вашему прогнозу, чем закончится война?
давайте разделим, как бы я хотел, чтобы она закончилась. Да, естественно, желание и прогноз, да. Это очень грамотно. Это очень я грамотно. Уверен, что это разные абсолютно финиши будут. И вряд ли моя хотелка будет на 100% соответствовать действительности. Ну, хотелку я, вашу хотелку могу презюмировать, а вот прогноз ваш какой? Слишком маленький горизонт планирования сейчас, поэтому пока мы воюем и будем это продолжать. Ну, это не прогноз, это как бы пожелание. Ну ладно, я вас понял. Не хочу вас подставлять, я вижу, хороший человек. А то, если скажете что-то не то... Что значит подставлять, я не могу понять. Ну, потому что, если скажете что-то не то, за вами может СБУ приехать. Я же знаю. Ну, в России такая же позиция. То есть, человек скажет, что только не то, может, тоже там ФСБ приехать. Я боюсь, вы путаете между собой СБУ и ФСБ. Ну, то же самое, только в разных странах, что это служба. Она, в принципе, симметрична. Выходцы, все выходцы из КГБ. Что одна, что другая. Что одна, что другая. Ну я вас понял. Если хотите, заходите на мой канал. Если... А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Вони ж передали в 1922 році Воронежську область. А в 22-му году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. А вы ветем за родную Россию, как гуси их рассеют, тяжела будет и исповедь. Каракашовский был друзья украинского угарного члена. Украинец, да, да. Украина, которая создана. И по Конституции, еще раз заявляю, власть в Харьковской области твердая и сильная. Мы не позволим никому учить нас жить. Я заявляю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет только Харьковской, будет только Харьковская власть. Улица родная.